Правильная техника дыхания и поза будут подробно продемонстрированы. Короткие программы можно использовать как разминку для ваших регулярных тренировок. В некоторых упражнениях показаны два способа их выполнения. Первый вариант более простой для тех, кто раньше не занимался пилатесом. Маленькие кубики для йоги пригодятся как инвентарь. Их можно взять, если у вас не получается нагнуться до земли. Вы можете воспользоваться и другими предметами, например, толстой книгой. Более сложный вариант – это идеальное исполнение упражнений. Следите за своим состоянием и давайте телу отдохнуть, когда это необходимо. Или прекратите занятия, если чувствуете, что не успеваете за тренером. Если что-то не дает вам выполнять упражнение правильно, пропустите его. Всегда контролируйте движение и следите за реакцией тела. Идеальное выполнение упражнений может быть достигнуто благодаря терпению, настойчивости и регулярным тренировкам. Начнем с базовой позиции. Пятки вместе. Пресс напряжен. Спина прямая. Представьте, что нить тянет вас к потолку. Тяните макушку вверх, вдавливая ступни в землю. Плечи опущены и отведены назад. Ключицы разведены. На выдохе почувствуйте, как втягивается живот. Почувствуйте, как седалищные кости опускаются вниз. Вдыхаем и вытягиваем позвоночник. На выдохе опускаем грудную клетку, а брюшные мышцы напрягаются. Вдох, активизируем тазовое дно. Выдыхаем, чувствуем, как брюшные мышцы сжимаются, как корсет. Вытяните позвоночник и дышите. Вдох, тянем позвоночник к небу. Выдох, втягиваем мышцы пресса, как в корсете. Дышите глубоко. Отрабатываем упражнение. На вдохе вытягиваемся. На выдохе напрягаем пресс. Для следующих упражнений можно использовать блоки для йоги. Начинаем с базовой стойки. Пятки вместе, носки врозь. Плечи расправлены. Включаем пресс и тазовое дно. Вдох, поднимаем руки, плечи опущены. Вдох, поднимаемся на носки, выдох, опускаем руки. Вдох, поднимаем руки, встаем на носки, тянемся. Выдох, опускаемся.
Плечи опущены. На вдохе поднимаемся. На выдохе опускаемся. Снова. Плечи вниз. На вдохе поднимаемся на носки. На выдохе опускаемся. Встаем в стойке для упражнения сотня. Руки прямые. Слабые махи руками, которые исходят от плеч. Вдыхаем в течение 5 взмахов и выдох. Вытягиваем ногу вперед. Качаем руками. 5 взмахов, вдох. И 5 взмахов, выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Пытайтесь поднять ногу выше. Дышите. Расслабляем руки. Постепенно опускаем ногу и отводим ногу назад. Руки идут вперед. Можете всегда держать ногу на полу для баланса. Если возможно, поднимите ногу на высоту бедра. Бедра держим ровно. Плывем. Короткие быстрые движения рук вверх и вниз, вверх и вниз. Вдох и выдох. Плечи опущены, пресс напряжен. Идет растяжение между ногой и руками. Вдыхаем. Пауза. И выдыхаем. Ставим руки на пол или на блок для йоги. Поднимите ногу как можно выше, держа бедра ровно. Опустите ногу. Поднимаем и опускаем. Поднимаем и опускаем. Поднимаем и поднимаем. Бедра не движутся, плечи расслаблены. Движется только бедренный сустав. Продолжаем дышать. Опускаем ногу на пол. Сгибаем колено, постепенно поднимаемся через позвоночник. Один позвонок за другим. Голова последняя, что поднимается. Плечи опущены и отведены назад. Тянитесь руками и пальцами. Начинаем делать махи для упражнения «Сотня». Плечи опущены. Чувствуйте, как работает трицепс. Вдох на 5 махов и выдох на 5 махов. Вытяните правую ногу вперед. Дышите. Вдыхаем. И выдыхаем. Чувствуйте, как работает пресс, помогая держать баланс. Машем руками. Ногу тянем выше. Вдох и выдох. Стоим и медленно опускаем ногу на землю. Тянем ту же ногу назад. Вы можете оставить ногу на полу для баланса. Тянем руки над головой. Если вы можете, нагнитесь вперед в районе бедренного сустава. И нога поднимается. Плывем. Маленькие движения руками. Движение идет от плечевых суставов. Руки прямые. Вдох. И выдох. Плечи и бедра держим ровно. Дышим. Замерли и медленно опускаем руки к полу. Тянем ногу назад. Опускаем ногу и поднимаем. Тянем одну ногу. Поднимаем и опускаем. Поднимаем и опускаем. Бедра ровно. Вдыхаем и выдыхаем. Последний раз опускаем ногу. Слегка сгибаем колени. Опускаем голову и постепенно поднимаемся через позвоночник. Один позвонок за другим. Плечи опущены и отведены назад.
пила. Ноги поставьте шире, на ширине плеч. Вдох. На выдохе медленно опуститесь вниз. Слегка согните ноги, если необходимо. Но можно оставить ноги прямыми. Вдох и выдох. Медленно поднимаемся до ровной спины. Голова на одном уровне с тазом. Руки в стороны. Вдох. Руки опущены и отведены назад в этом положении. На следующем вдохе поверните торс вправо. Тянитесь к противоположной ноге. Выдох. Тянемся. В исходное положение. Выдох. Поворот. Тянитесь к противоположной ноге. Опустите голову. Почувствуйте растяжение. Вдох. В исходное положение. Выдох. Поворот. Вдох. Исходное положение. Выдох. Поворот. Вдох. Центр. Выдох. Поворот. Бедра неподвижны. Движение идет от грудной клетки. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще один раз. Вернитесь в исходное положение и замрите. Медленно опускаем голову и руки к земле. Медленно поднимитесь через спину, один позвонок за другим. Сведите ноги вместе. Выпрямите позвоночник. Стоим в позиции пилатес, пятки вместе, носки врозь. Ноги прямые, плечи опущены, пресс напряжен. Вдыхаем, вытягиваем руки в стороны, плечи опущены, напрягаем запястья, как будто что-то толкает основанием ладони. Вытягиваем левую ногу. Изгибаем. Вперед. Вытягиваем, изгибаем. Вытягиваем, изгибаем. Держим таз ровно. Ничего не движется, только коленный сустав. Стоящая нога тянется. Согните ногу и замрите. Вытяните пальцы и поставьте левую ногу назад. Выпад с поворотом торса. Согните колени на 90 градусов. Плечи опущены. Вдыхаем и выдыхаем на выдохе. Поворот направо. На вдохе исходное положение. Выдох, поворот направо. Вдох, стоим ровно. И выдох. Таз не движется. Движение идет от грудной клетки. И сводим ноги вместе. Поднимаем левое колено и поворот налево. В исходное положение. Выдох, поворот. Вдох, стоим прямо. Выдох, поворот. Найдите баланс. Используйте пресс. Стойте ровно. Поднимите ногу выше. И отведите левую ногу назад. Согните обе ноги на 90 градусов. И поворот направо. И в центр. Поднимите колено, повернитесь влево и в центр. Левую ногу назад. Согните оба колена. Выдох, поворот. Вдох, исходное положение. И поднимите колено. Вдох, поворот. Выдох, в центр. И снова выпад и поворот. В центр. Баланс. И поворот. В
центр. Снова выпад и поворот. Центр. Подъем и поворот. Стойте ровно. Возьмите руками колено. Спина круглая, голова тянется к колену. Пресс напряжен. И расслабились. Руки в стороны, плечи опущены, кисти напряжены. Давим в стороны основанием ладони. Пресс напряжен. Поднимаем правое колено. Вытягиваем и сгибаем. Таз не движется. Талия подтянута. Вдавливаем стоящую ногу в землю и тянемся вверх макушкой. Еще 4 раза. 2. И 1. Согните колено и замрите. Распрямите запястье и отведите ногу назад. Выпад. Оба колена согнуты на 90 градусов. Плечи опущены. Вдох. Тянем позвоночник. Выдох. Поворот. Вдох в исходное положение. Выдох. Поворот налево. Вдох. Центр. Выдох. Поворот. Движение должно исходить от груди. Таз недвижим. Встаем прямо, поднимаем правое колено. Поворот направо и в центр. Выдох, поворот. Вдох, центр. Выдох, поворот. Вдох, исходное положение. Отводим ногу назад, сгибаем оба колена. Вдох и выдох на повороте. Вдох, стоим ровно. Поднимаем колено. Выдох на поворот. Вдох, стоим ровно. Отведите ногу назад и согните. Выдох, поворот. Вдох. Равновесие. Выдох, поворот. Вдох, центр. Выдох, поворот. Вдох, центр. Еще раз. Выдох, поворот. Вдох, центр. Равновесие. Выдох на повороте. Выдох, исходное положение. Возьмитесь за колено, скручиваем спину. Пресс напряжен. Опустите ногу. Вдох, поднимите руки. Выдох, опустите руки. Это упражнение совмещения подъема ног, русалки, бумеранга и растяжения позвоночника. Плечи опущены, руки на бедрах. Вытягиваем левую ногу в сторону. Слегка приподнимите ногу над полом и опустите. Поднимайте и опускайте. Поднимите и опустите. Движение исходит от бедренного сустава. Стопы расположены параллельно. Поднимаем и опускаем. Поднимаем и опускаем. Выворачиваем стопу наружу. Подъем, и стопы снова параллельны. Выворачиваем наружу. И параллельно. Выворачиваем наружу. Отводим одну ногу за другую. Напрягаем внутренние мышцы бедер. И это русалка. Поднимаем левую руку вверх и гнемся вправо. Вдох при подъеме, опускаем руку. Сгибаемся на выдохе. Вдох при подъеме. Меняем руки. Вдох и выдох. Вдох и выдох при сгибании. Thank you.
Таз на месте. Движется только грудная клетка. Еще раз. Бумеранг. Пресс напряжен. Вдох, поднимаем обе руки. Выдох и скручиваем спину, ныряя вперед. Вдох, разводим руки в стороны, спина прямая. При следующем вдохе делаем круглую спину и опускаем руки вперед и вниз. Вдох и медленно поднимаемся вверх. Тянемся руками к потолку. Выдох, спина круглая, пресс напряжен. Вдох, спина ровная, руки в стороны. Выдох, круглая спина. Вдох и выдох на подъеме. Вдох, поднимаем руки. Выдох, спина округляется, живот втягивается. Растягиваем руки, спина круглая. Медленно поднимаемся. Вдох, поднимаем руки. Выдох, круглая спина. Вдох, тянем позвоночник. Выдох, круглая спина. Вдох и выдох при подъеме. И быстрее. Вниз, развели руки, круглая спина и поднимаемся. Спина круглая, тянемся, круглая и поднимаемся. Еще раз. Почувствуйте, как движение происходит в позвоночнике. Таз не движется. Еще один раз. Опустите голову и останьтесь в этом положении. Медленно поднимаемся, напрягаем мышцы пресса. Округлите руки перед грудью. Скручивание позвоночника. Поворот и поворот. Поворот и поворот. Движется грудная клетка. Плечи расслаблены. Пытайтесь не шевелить руками. Движение начинается от талии. Продолжайте дышать. Центр. И разводим руки в стороны. Ноги ставим ровно, пятки вместе, носки врозь. Позиция пилатес. Руки на бедра. Растягиваем позвоночник. Тянем ногу. Поднимаем и опускаем. Поднимаем и опускаем. Стопы параллельно. Стопа выворачивается наружу. Движение идет от бедра. Стопы параллельны. Выворачиваем стопу наружу. И параллельно. Отведите одну ногу за другую. Щиколотки перекрещены. Опустите руки. Русалка. Вдох, поднимаем руку и нагибаемся в бок. Выдох и возвращаемся. Вдох, подъем. Выдох, гнемся вправо. И чуть-чуть быстрее. Гнемся влево и поднимаемся. Меняем руки. Гнемся вправо и встаем ровно. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Почувствуйте, как тянутся боковые мышцы. И опустили руку. Бумеранг. Пресс напряжен. Плечи опущены и отведены назад. Вдох и поднимаем руки. Выдох, округляем спину. Медленно опускаемся вперед. Вдох, тянем позвоночник, руки в стороны.
На выдохе расслабляемся, опускаем голову вниз. Медленно выпрямляем позвоночник. И тянемся руками к небу. Плечи опущены. Выдох, спина круглая, опускаемся. Вдох и тянемся. Выдох, круглая спина, опускаем голову. И медленно поднимаемся вверх. Руки вверх. Вдох и выдох. Спина круглая, вперед. Вдох, тянем спину, руки в стороны. Выдох, круглая спина. И медленно поднимаемся вверх. Вдыхаем при подъеме. Выдох и круглая спина. Вдох и тянемся. Выдох, круглая спина. И поднимаемся. Вдыхаем при подъеме. Выдох, круглая спина. Вдох, тянемся. Круглая спина и поднимаемся на выдохе. Вдох, поднимаемся. Выдох, спина круглая. Тянемся, круглая спина и тянемся вверх. И снова. Все движения происходят в позвоночнике. Таз и ноги не движутся. Оставайтесь в согнутом положении. Опустите голову и расслабьтесь. Медленно выпрямляйте спину. Круглые руки перед грудью. Поворот. Вправо и влево. Вправо и влево. Таз стоит на месте. Движение идет от грудной клетки. Плечи расслаблены. Продолжайте дышать. Оставайтесь в исходном положении. Тянем руки в стороны. Встаньте в позицию пилатес. Пятки вместе, носки разведены. Медленно опустите руки. Глубоко дышите. Отличная работа. Начинаем с положения пилатес. Пятки вместе, стопы врозь. Вдох, поднимаем руки. Выдох, округляем спину. Тянемся руками к полу. Ноги можно согнуть. На руках пройдите вперед, переместившись в планку. Убедитесь, что руки находятся под плечами. Лопатки опущены. Тянитесь через макушку и через пятки. Серия упражнений на растяжение коленей. Поднимите бедра. Вдохните в таком положении и, выдыхая, движемся вперед в планку. Вдох, поднимаем бедра. Выдох, опускаемся в планку. Вдох, поднимаем бедра. Позвоночник остается прямым все время. Движение идет от бедер и плеч. Держите планку. Поворачиваемся на бок. Ноги упираются в коврик. Можно также опустить нижнее колено на коврик. Боковое скручивание. Поднимаем руку и тянемся в бок, поднимая бедра. Почувствуйте, как тянутся боковые мышцы. Вдох, подъем. Выдох, опустить бедра. Координируйте руку и дыхание. Возвращаемся в исходное положение, в планку. Вдох, поднимаем бедра. Выдох, опускаем бедра. Вдох, тянемся. Выдох, вперед. Поворот на бок. Боковое скручивание. Поднимите руку, одновременно поднимая бедра.
Вдох, тянемся. Выдох, опускаемся. Почувствуйте, как работает все тело. Теперь вернитесь в исходное положение, в планку. Поднимите бедра и тянитесь. Руками прошагайте к ногам. Постепенно поднимитесь через спину, один позвонок за другим. Поднимите руки к небу и разведите руки в стороны. Круги ногами и кошечка. Тянем позвоночник. Пресс напряжен. Плечи опущены и отведены назад. Вдох. Поднимаем руки. Выдох. Разводим руки и опускаемся позвоночником. Шагаем руками и становимся в планку. Ставим колени на коврик. Кисти под плечами, колени под бедрами. Вытягиваем левую ногу назад, держим ее на высоте таза. Таз расположен параллельно коврику. Правая рука тянется вперед. Плечи смотрят вниз. Таз не движется. Начинаем делать круговые движения ногой. Все остальное тело не движется. В обратную сторону. В другую сторону. Маленькие круги. Таз не движется. И снова меняем направление. Не забываем дышать. Верните колено и руку обратно на коврик. Делаем спину круглой, как кошечка. Вдох и выпрямляемся. Выдох, спина круглая. Вдох и тянемся. Возвращаемся в исходное положение. Правая нога тянется назад, бедра не движутся. Левая рука тянется вперед. Плечи опущены, бедра ровно. Рисуем 4 маленьких круга правой ногой. И в другую сторону. Таз не движется. И в обратную сторону. Тянитесь от руки до вытянутой ноги. И снова в обратную сторону. Спина ровная. Верните руку и колено обратно на коврик. Делаем спину круглой, как у кошечки. Вдыхаем и опускаем ягодицы на ступни. Положите голову на коврик. Глубоко дышите в этом положении. Поза эмбриона. Таз лежит на ступнях. Медленно поднимитесь, сидя на ступнях. Плечи опущены и отведены назад. Встаньте на колени. Таз ровный. Поднимите округленные руки перед грудью. Скручивание позвоночника.
Немного отклонитесь назад и поворот. Вправо, в исходное положение. Влево, в исходное положение. Убедитесь, что между головой и коленями одна прямая линия. Движение идет от грудной клетки. Бедра остаются на месте. Продолжайте дышать. Исходное положение и медленно примите вертикальное положение. Вдох, руки вверх. Выдох, тянемся вперед. Бедра отводим назад. Одна прямая линия. Пресс напряжен, плечи опущены. Постарайтесь поднять ноги, чтобы балансировать на коленях. Небольшие по амплитуде махи руками. Плывем. Не забываем дышать. Вы должны почувствовать, как работает задняя поверхность бедер и пресс. Продолжайте тянуть позвоночник. Руки замерли. Опустите ступни, а затем положите бедра на ступни. Уприте лоб в коврик и дышите. Начинаем в положении эмбриона. Медленно поднимитесь, упираясь на колени и руки. Левая рука идет под правую руку, и вы выкручиваете плечевой пояс. Положите левое плечо на коврик. Так вы аккуратно скручиваете позвоночник. Дышите спокойно в этом положении. Вернитесь на четвереньки. Вытяните левую ногу назад. Опустите бедра к ступне. Почувствуйте растяжение в бедре. Дышите глубоко и ровно. Медленно встаньте на четвереньки. Руки под плечами, колени под бедрами. Просуньте правую руку под левую, положите правое плечо на коврик, а затем опустите на коврик голову. Медленно вернитесь в положение на четвереньках. Вытяните правую ногу назад. Опустите бедра на пол. Лоб касается коврика. Медленно вернитесь в положение на четвереньках. Напрягите ноги. Поднимите ягодицы вверх. Руками пройдитесь в сторону ног. Колени слегка согнуты. Медленно поднимаемся. Один позвонок за другим. Тянем макушку к небу. Исходное положение, сидя на краю мата. Встали на четвереньки. Руки перпендикулярны полу. В коленях прямой угол.
Спина прямая. Вытяните левую ногу назад и правую руку вперед. Собрались и выпрямились. Локоть касается колена. Пресс напрягается. Согнулись и выпрямились. Тянемся. Живот втянули, выпрямились. Поменяли руки и ноги. Правая нога, левая рука. Согнулись и выпрямились. Сворачивайтесь к животу. Тянемся. Помним о дыхании. При каждом разе напрягаем пресс. Закончили. Выставили ноги, встали в планку, подняли одну ногу, затем другую. Напрягли мышцы пресса, сжали ягодицы, руки прямые. Сгибание и разгибание колен. Руки прямые. Три. Два. Вытянули ногу. Держим. Три. Два. Расслабились на колени. Отжимания с колен. Сгибаем локти. Разгибаем. Голову держим прямо относительно колен. Вниз к мату. Подъем обеих ног. Сначала одну, затем другую. Верхняя часть тела неподвижна. Держим внутрь. Вытянули, согнули. Вытянули, согнули. Последний раз. Держим. Тянемся ногой. Дышим. Мышцы пресса напряжены. Три, два. Закончили. Легкие отжимания с колен. До упора вниз и до упора вверх. Сели назад в исходное положение. Руки вытянули вперед. Закончили. Сели на краю маты. Сместились на правый бок. Локоть ставим на мат. Выпрямили талию. Колени согнуты, лежат друг на друге. Подняли таз, боковая планка, упор на колени. Замерли. Вниз и вверх. Небольшие движения, двигается только таз. Плечи неподвижны. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Подняли ногу. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Двигается только таз. Вытянули ногу. Легли на бок. Поворот бедра. Колени, пятки. Колени, пятки. Таз неподвижен. Колени, пятки, пятки, колени. Два. Последний раз. И встаем. Повернулись на другую сторону.
Опираемся на локоть. Колени согнуты. Поднимаем таз до образования планки. Поднимаем и опускаем его. Поднимаем, опускаем. Движения не широкие. Выставили ногу. Вниз и вверх. Плечи неподвижны. Два. Один. Легли полностью на бок. Касание коленями и пятками. Колено. Пятка. Дыхание. Живот втянут. Таз неподвижен. Три. Два. Последний раз. Выпрямились и сели. Отличная работа. Поворачиваемся на правый бок, опираемся на предплечье. Колени согнуты. Поднимаем и опускаем бедра. На два счета. Вверх и вниз. Вверх, вверх, вниз, вниз. Работают мышцы торса. Чувствуем работу косых мышц пресса. Делаем два раза быстрее. Вверх и вниз. Вверх и вниз. И еще семь раз. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Теперь поднимаем верхнюю ногу и делаем круговые движения. Ногу не сгибаем. Отдыхаем. Меняем сторону. Опираемся на предплечье. Бедра держим вместе. Вниз, вверх. Вверх, вверх, вниз, вниз. Чувствуем, как работают косые мышцы пресса. Шея вытянута. Еще два повторения. Делаем быстрее. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вверх. И еще восемь раз. Шесть, пять, четыре, три, два. Останавливаемся. Вытягиваем верхнюю ногу. Делаем круговые движения. Торс не двигается. Отдыхаем. Садимся и дышим. Положение сидя. Стопы стоят на коврике. Опираемся на предплечье. Поднимаем грудь. Плечи откинуть назад. Спина прямая. Вытяните левую ногу.
Поднять, опустить. Поднять, опустить. Поднять, опустить. Живот втянут. Грудь приподнята. Еще два раза. Держим позу. Один. Три. Один. Два. Три. Опускаем. Продолжаем. Как бы толкаем стопу как можно дальше вперед. Тянемся ногой вперед. Живот втянуть. Опустить, поднять. Опустить и поднять. И еще три раза. Два. Последний. И закончили упражнение. Расслабьте ноги. Вытяните правую ногу вперед. Выбрали положение. И начали. Поднять, опустить. Поднять, опустить. Три. Два. И держим. Один, два, три. Опускаем. Один, два, три. Опускаем. Продолжаем. Держим. Тянитесь ногой. Живот втянут. И опустить, и поднять снова. Вниз и вверх. Вниз и вверх. И еще три раза. Два. Последний. Закончили упражнение. Встаем на четвереньки. Держим спину ровно. Голова на одной линии с позвоночником. Работают основные мышцы. Вытягиваем обе ноги. На уровень плеч. Поднимаем одну ногу. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Держим спину ровно. Смотрим вниз. Вытягиваем шею. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. И отдыхаем. Опускаемся на колени. Касаемся лбом коврика и глубоко дышим. Встаем обратно на четвереньки. Вытягиваем обе ноги. Теперь поднимаем другую ногу. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Туловище неподвижно. Работают мышцы брюшного пресса. Чувствуем, как мышцы ягодицы поднимают ногу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, последний раз. И отдыхаем. Тянем руки к коленям. Садимся, прижимая пятки к ягодицам. Лбом касаемся коврика. Положение лежа.
Ноги вместе. Поднимаем ноги. Икры параллельны полу. Колени поднимаем выше бедер. Вытягиваем руки вдоль тела. Напрягая мышцы пресса, поднимаем туловище. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вытягиваем шею. Еще 8 раз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, и держим. Выпрямляем одну ногу. Вверх, вниз. Выпрямляем, опускаем. Поднимаем и сгибаем. Не опускаем туловище. Живот втянут. Последний раз. Меняем ноги, выпрямляем, вниз, вверх и сгибаем. Тянемся, вниз, вверх и сгибаем. И еще 3 раза. Поднимаем и опускаем туловище. Вверх, вниз. Вверх, вниз. И еще 8 раз. 7, 6, 5, 4, 3, 2. И последний раз. Расслабляем верхнюю часть тела. Тянем колени к груди. Делаем глубокий вдох. Садитесь на пятки. Руки перед собой, на ширину мата, пальцами внутрь. Ставим колени на мат и отжимания. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Работаем прессом. Бедра тянутся вперед. Расслабились. Отводим бедра назад к пяткам. Вытягиваем руки вперед. И еще раз. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Дышим. Замерли. И расслабились. Садимся. Ноги согнуты. Сидим прямо. Плечи назад. Опираемся на локти, но приподнимаемся. Приподняться и вниз. Вверх и вниз. Прочувствуйте, как работают плечи. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, последний раз.
Ставим руки на мат, пальцами внутрь, на ширине плеч, плечи назад. Поднимаем бедра. Упор на руки, упор на ноги. Держим, дышим. Таз в самой высокой точке. И опустили. Снова встаем на четвереньки. Бедра вперед. Выпрямляем ноги. Поворачиваемся в бок, одну руку вверх, обе стопы на коврике. Все тело от головы до стоп на одной прямой. Живот подтянут, ягодицы напряжены. Дышим. Еще два счета. И расслабились. Возвращаемся в центр. Теперь с другой стороны. Тянем руку вверх. Разводим лопатки. Пресс работает. Давим в пол. Тянемся в потолок. Выше. И в исходное положение. Сгибаем ноги. И садимся. Поднимаем грудь. Тянем руки вперед. Поднимаем ноги. Дышим. Стопы параллельно. Мышцы пресса работают. Плечи назад. Медленно опускаемся. Снова садимся. Опираемся на локти. Поднять, опустить. Прочувствуйте, как работают плечи. Шея прямая и длинная. Еще два раза. И опираемся на ладони. Пальцы смотрят внутрь, плечи назад. Поднимаем бедра. Давим в пол. Поднимаем таз. Три, два, один. И медленно опускаемся. Встаем на четвереньки. Ноги на ширине бедер. Выпрямляем ноги. Теперь в бок с упором на левую руку. Правой тянемся вверх. Тело на одной прямой. Давим в пол. Тянемся к потолку. Поднимаемся выше. Еще три счета. Два, один. Переходим на другую сторону. Вытягиваем другую руку, давим в пол, тянемся к потолку. Тело одна прямая линия. Выше.
и медленно опускаемся. Ставим колени на пол. Снова садимся. Плечи назад. Руки позади себя. Пальцами вперед. Просто вытяните руки вперед и поднимите обе ноги. Грудь вперед. Пресс работает. Помним о дыхании. И медленно опускаем. Снова садимся. Сядьте на колени. Руки под плечами. Расставлены чуть шире, чем плечи. Плечи над предплечьями. Кончики пальцев смотрят немного внутрь. Пресс напряжен. Начали. Вниз, поднялись. Вниз, поднялись. Торс и бедра на одной прямой линии. Живот напряжен. Если вы хотите усилить нагрузку, выпрямите ноги. Продолжайте дышать. Не останавливаемся. Еще 3 раза. 2. Согните колени и садитесь, перенеся ноги вперед. Обе ноги на одной стороне, рука за головой, скручивание на одной ягодице. Ноги подняли и распрямили, подняли и распрямили. Ноги не касаются земли. Сжимаемся, растягиваемся. Вы почувствуете напряжение в косых мышцах живота. Вес на опорную руку почти не идет. Она для баланса. Почувствуйте, как работает пресс. Другая сторона. Поднимаем, опускаем. Следите, чтобы одно бедро не касалось земли. Сохраняйте баланс при помощи мышц пресса. Шесть, 5, 4, 3, 2 и садимся ровно. Качаем трицепсы. Пальцы смотрят на ягодицы. Плечи опущены и отведены назад. Таз напряжен. Поднимите бедра. Сгибайте и разгибайте руки. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Следите, чтобы локти шли точно назад. Почувствуйте, как работает трицепс. Плечи опущены. Пресс напряжен. Еще 3 раза. 2. И расслабляемся. Лежа на спине для плечевого пояса. Ноги на ширине пояса. Руки вдоль тела. Спина прямая. Плечи расправлены. Задействуйте пресс. Напрягите ягодицы и поднимите бедра. Подъемы ноги вверх и вниз. Вниз. Вторая нога вверх. Пониже. Вниз. Раз, два, подняли, натянули, поставили.
Смена ног. Вверх, пониже и вниз. Держите таз неподвижно. Пресс задействован. Выпрямили. Вверх, вниз, поставили. Еще раз. Плечи расслаблены. Три. И согнули. Выпрямили. Вверх. Вниз. И вверх. Вниз. И вверх. Вниз. И согнули. Поменяли ноги. Три раза. Последний. Поменяли ноги. Выпрямили. Вверх. Вниз. И вверх. Вниз. И вверх. Вниз. И вверх. Поменяли ноги. Таз держите поднятым. Поменяли ноги. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Продолжайте дышать. Согнули колено, поставили стопу, бедра вниз и вверх, вниз и вверх. Не забывайте дышать. Почувствуйте напряжение ягодиц. Плечи расслаблены, шея прямая. Немного быстрее. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Снова медленней. Вверх. Поставили. И вверх. Продолжайте дышать. Вдох. И выдох. Быстрее. Вниз, вверх. Вниз, вверх. 4, 3, 2. Держите. Продолжайте дышать. Медленно опустите таз. Прижмите колени к груди. Дышите. Встаем широко расставленными ногами. Колени и носки смотрят наружу. Спина прямая, плечи опущены. Сгибаем колени и поднимаемся. Сгибаем и поднимаемся. Руки вперед и обратно. Вниз и вверх. Еще два раза. Попеременно сгибаем ноги. Поднимаем на место. Поднимаем на место. Поднимаем. Пятки тянем к ягодицам. И еще 8.
Еще два. Возвращаемся на исходную. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Сгибайте колени как можно ниже и напрягите пресс. Три счета. Вниз, вниз и наверх. Вниз, вниз, вниз и наверх. И еще четыре. Два. И наверх. И в обычном темпе. Вниз и наверх. Вниз и наверх. Три. Два. Таз опускаем глубже. Поднимаемся наполовину. Вниз, наверх. Вниз, наверх. Тяните руки с усилием. Еще восемь. Еще два. И полностью поднимаемся. И вниз. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Еще три. Теперь сгибаем ноги. Вниз и поднимаем. Вниз и поднимаем. Еще два. Теперь ноги вместе. Приседаем. Вниз и вверх. Сгибаем колени, ягодицы назад. Вниз и вверх. Еще два. Теперь комбинируем движение с поднятием колена. Сгибаем колени, поднимаем одно. Вниз, колено вверх. Вниз и вверх. Последние восемь. Последний раз. Правое колено остается наверху. Делаем легкие толчки. Вверх, 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 вверх. Три, два, меняем. Вверх, вверх, вверх. Живот втянут. Таз держим прямо. И ноги вместе. Приседаем. Вниз, вверх. Три. Два. И наверх. Встряхните ноги. Согните колени, стопы параллельно. Согните локти, прижмите руки к телу. Правую ногу отводим в сторону. Вправо, тянем, в бок и в центр. Руки разводим в стороны, локти согнуты под углом 90 градусов. Согните еще немного колено опорной ноги.
Еще три. Два. Двойная скорость. Раз и два. Раз и два. Силовые движения руками. Спина прямая. Три, два, теперь левая сторона. Медленно, в сторону, вместе. В сторону, вместе. Еще четыре. Согните колено сильнее. Семь, шесть, пять, четыре. Напряжение в руках. Двойной темп. Раз, два. Раз, два. Продолжаем. Еще два. И правая сторона. Медленно. В центр. В сторону. В центр. Согните колено. Последние четыре. Двойной темп. В сторону. В сторону. В сторону. Держим дыхание. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Левая сторона. Медленно. Вбок. По центру. Вбок. По центру. Колено ниже. Еще четыре. Медленно. Два. И быстрее. Раз. Два. Восемь. Останавливаемся. Ноги вместе. Встряхните руки и ноги. Расслабьте плечи. Встали ровно. Левая нога назад. Оба колена согнуты. Отвели плечи назад. Живот втянут. Вытянули руки вперед. Ладони в замке. Три. Два. Приседания. Вниз и вверх. Сгибаем колени. Корпус держим прямо. Живот втянут. Ягодицы сжаты. Вниз и... Вниз, вниз, покачивание, дышите правильно. Три, два, один, замерли, вниз и вверх, медленно, и вверх, вниз, два, три, и вверх. Вниз и вверх, вниз и вверх. Присели. И колено вверх. Шаг назад. Колено вверх. Нога направлена в сторону. И теперь назад. Поворот, подъем, поворот, поворот через колено. Присели, колено вверх, дышите.
И ноги вместе. Чередование ног. Назад, встали. Назад, встали. Вниз и вверх. Левая нога впереди. Приседайте как можно ниже. И полностью вверх. Вниз и вверх. Короткие приседания. Пресс напряжен. Четыре, три, два, один. Вниз, два, три и вверх. Вниз, два, три и вверх. Живот втянут, ягодицы работают. Вернулись к нормальному темпу. Вниз и вверх. Добавляем подъем колена. Вниз и вверх. Подъем колена. Вниз и вверх. Четкие движения. Поворот. Поворот к колену. Поворот в сторону. Колену. Косые мышцы. Дышите. Без поворота. Подъем колена. Чередование ног. Вниз и вверх. Вниз и вверх. Приседайте как можно ниже. Живот остается втянут. Закончили. Расслабили руки. Отвели плечи назад. Дышите.